Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов в Кубинке посетил мастерскую, в которой волонтеры делают вещи для участников спецоперации. В мастерской плетут маскировочные сети, шьют флиски, изготавливают пятиточечники и блиндажные свечи. Жители города все делают на добровольных началах. Депутат от «Единой России» пообщался с волонтерами, отметил, что все вещи сделаны качественно, и поблагодарил добровольцев за поддержку наших бойцов.